Доброе утро, Раф. Вот помимо примера положительного, каким образом давать важность величия Творца? Вот как в какие слова это облачить, чтобы это прям било в сердце? Как правильно это делать? אני חושב שאם אנחנו נקרא, Я думаю, что если мы будем читать, материалы каббалистов, Бальсулама, Рабаша, и есть еще очень хорошие отрывки, этого нам достаточно. Какими словами? Останутся у нас несколько слов, когда мы говорим о состояниях в группе, в десятке. Может быть, есть такие. Но это все прояснится. Это разовьется, и это выйдет из каждого, ну, само собой. Мы почувствуем, насколько сердце товарища разрывается от того, что он приближается к другим. Это будет, произойдет. Но, как пишет Рабаш, ты должен пробуждать сердце товарищей и так далее. То, что он пишет в письме.